Обнаружен неизвестный предмет, представляющий опасность. Черный пакет с торчащими проводами. Предупреждение экстренных служб и эвакуация. Охрана в суде обеспечивают приставы, и в первые минуты вся ответственность именно на них. Задача – без паники вывести людей на улицу. Эвакуация! Эвакуация! Учебная тревога! На этом судебном участке, по легенде, 10 человек. Пока на место прибывают спасатели, Росгвардия и скорая помощь, они уже на безопасном расстоянии от здания. Мы берем текущие дела, дела на следующий день, печати, штампы, и выносим эти документы с собой и находимся в здании суда, возле здания суда, то есть при непосредственном охране вот приставы, то есть сотрудники полиции. Текущие документы должны быть всегда наготове. Есть специальный мешок, в который документы складываются, и сотрудник должен с этими документами уже выйти. После эвакуации в здание входят сотрудники инженерно-технического отдела Росгвардии. С собой у них чемодан со специальным устройством для блокировки сигнала при попытке взрыва. Обученная собака садится рядом с подозрительным пакетом. Это означает, что здесь бомба. На обезвреживание взрывчатки понадобилось 15 минут. Здесь проверяется работа, вот именно как оперативно все службы сработают и насколько оперативно наши сотрудники готовы к эвакуации. Но в целом положительная оценка, мы никогда не ставим 5, нам всегда есть над чем работать. Может быть, как сказать, неуверенные действия сотрудников, может быть, да, так как впервые, да, такая тренировка в этом здании суда проводится. Ну, благодаря совместной работе и проведению как бы последующим больше таких тренировок, я думаю, мы придем к результату. В Казани мировые судьи работают в 72 зданиях, и такие учения пройдут везде. Салават Мухаммадуллин, Дина Хисамутдинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.